Вы здесь давно отдыхаете? Вы здесь давно отдыхаете? Да. КамАЗы часто видите? Да. Как часто они приезжают? Подъехал КамАЗец. Открывает брезент. Номер А941МР. Да. Да, я уже снял все. Да уже ушли тут. Да, пойдем за мной, за мной, за мной, пойдем. Попросили не спугнуть. Попросили, чтобы он не спугнуть. Я вам не помешаю, вас снимать не буду. Так. А что снимаете? Вот то, что они сейчас делают, строительный мусор свозят и сбрасывают здесь. Это они нарушают все, что можно. Мы таких ловим. На штрафстоянку 300 тысяч штраф. Это какой-то хитрый грунт, причем скальный, скальный. А вот это вообще уголь, прикинь. Только самый такой, ну, не горючий, но угольный. Саня, а вот угольный, смотри, отвал прямо. Бордюры вот там. Где бордюры? Да, и говори, жители жалуются, понимаешь, это же вот там, на камине. Там. Да, да, да. Прикинь, это вообще уголь. Нет, это не уголь. Ну, это не уголь, но это, да, из угольных. Про природный этих... камень какой-то. То есть... Балаклава. Лёха, а чей квартирокон? Наш! А зачем отпустили? А? Зачем отпустили? Кого? Кого? Кому? Он сбросил и уехал. Ничего, мы его засняли номера с двух сторон. Но нам пришлете все? Красиво. Конечно, все пришлем. Тем более тут все... Нет, тут все четко сняли. Нам, собственно говоря, сам водитель... И ты не нужен. Нам ни ему, ни нам нервы трепать смысла нет. Тут такие отвалы странные.
как так доказать, что он выступал? А не надо доказывать. Он просто стоит. Он просто стоит.